Несмотря на то, что эти президентские выборы в Литве проходят особо тихо, без каких-то оглушительных скандалов и баталий во время дебатов, без настоящих сенсаций, новых явлений в обществе не обошлось. Впрочем, было бы странно ожидать, что все будет как обычно, учитывая, что прошлые выборы, если не брать во внимание муниципальные, были даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни. Не просто до войны, которая все перевернула с ног на голову, а еще до пандемии коронавируса. Кажется, что это было так давно, а на самом деле всего 5 лет назад. Только вообразите, как много событий произошло за такой короткий срок. И об этих новых для Литвы явлениях и поговорим чуть позже подробнее. Ну а сухие итоги следующие. Во втором туре сразятся действующий президент Гитанас Науседа, который получил чуть больше 44% голосов избирателей, и премьер-министр, кандидат в президенты от партии «Союз Отечества», христианские демократы Литвы Ингрида Шимоните, которая получила почти 20% голосов избирателей. На третьем месте с сенсационно низким результатом адвокат-самовыдвиженец Игнас Вегеле. Далее продемонстрировавший, кажется, невероятный для себя результат председатель новой партии «Заря» Немана Ремигиус Жемайтайтис с 9%. Замыкает пятерку абсолютная сенсация выборов, открыто поддерживающий Россию и Беларусь Эдуардас Вейткус с почти 7,5%. Остальные три кандидата совместно едва набрали 6% голосов. И давайте разбираться, как это произошло, что означает и чего ждать. И не устаем напоминать, если вы считаете нашу работу полезной и важной, то не забывайте ставить лайки, делиться этим видео и комментировать. Все это позволяет его продвигать в социальных сетях и достигать новой аудитории, что очень важно для нас. И первая сенсация выборов – это явка избирателей. Она составила практически 60%, чего не было с 1997 года. Кто же эти люди, которые никогда на выборы не ходили, но в этот раз не поленились? Судя по всему, это не избиратели Гитанаса Науседы и вряд ли Ингриды Шимоните. Поговорим о ней отдельно. 5 лет назад премьер уже боролась с Науседой и в первом туре даже немного его опередила, набрав более 30%. Во втором туре она проиграла в одни ворота. Простая математика показывает, что за эти годы премьер потеряла свыше 10% голосов, что для консерваторов, как говорят политологи, настоящая катастрофа. Дескать, через 2 недели, когда эта пара вновь сойдется в бюллетенях, Шимоните будет разгромлена в пух и прах с пропорцией чуть ли не 80-20 в пользу действующего президента. Тогда кто ответственен за высокую явку? Ответ – протестный электорат. Некоторые обозреватели его называют прямо «пятой колонной», «прокремлевскими ватниками» и прочими ругательными словами. Имеют в виду избирателей 3 кандидатов – Игнаса Вегеле, Ремигиуса Жемайтайтиса и Эдуардаса Вейткуса. Вместе они набрали 30% голосов избирателей, и если бы эти радикальные обозреватели действительно были бы правы, и это граждане, ожидающие российские танки, то лучше действующим властям срочно вводить чрезвычайное положение комендантский час, поскольку тогда ситуация в стране на грани революции. Мы еще подробно вернемся к этой теме. Возвращаемся к явке. Некоторые политологи считают, что свою роль сыграл референдум по вопросу разрешения введения двойного гражданства. Однако и этот довод крайне спорный. 5 лет назад проходил ровно такой же референдум. Ровно так же провалился, и явка была ниже. Кроме прочего, эта явка показала еще и то, что приход населения на избирательные участки во время президентских выборов не зависит от участия партийных кандидатов и, соответственно, разделение общества на левых и правых. Самая популярная по последним социологическим опросам партия социал-демократов не выставляла своего кандидата. Они хитро поддержали Науседу, сохранили лицо и сэкономили деньги. И ничего, на явке это не отразилось. Не было кандидата и от крестьян зеленых. Проигнорировали президентские выборы и избирательная акция поляков Литвы, Союз христианских семей. Так или иначе, высокая явка на этих выборах – одна из главных новостей. И причины еще предстоит проанализировать. Точно ясно одно – в обществе что-то поменялось. И если это действительно со стороны протестного электората, то властям стоит очень крепко задуматься и начинать обращать внимание на эту недовольную часть населения. Пока не поздно. И
давайте тогда поговорим об этой недовольной части населения подробно. Конечно же, литовские радикальные патриоты набивают себе цену, объединяя электораты Игнаса Вегеле, Ремигиуса Жемайтайтиса и Эдуардаса Вейткуса. Это совершенно разные кандидаты с разными взглядами. Попробуем нарисовать портреты их избирателей. Ремигиус Жемайтайтис – это продолжение порядка и справедливости Роландеса Паксаса, но уже на своей собственной и новой платформе. Его позиции сильны в сельской местности, а резкие взгляды, по всей видимости, условно говоря, разумеется, нравятся простому мужику из деревни. Напомним, что политик потерял кресло в Сейме из-за своих резких антисемитских высказываний. Но вообще, несмотря на молодой возраст, Жемайтайтису в конце мая исполнится 42 года. Это опытный и профессиональный политик, который всю жизнь только политикой занимался, регулярно избираясь на всевозможные посты. Так что это вполне системный и хорошо знакомый политик, который умеет работать с протестным электоратом. А вот Эдуардас Вейткус – это действительно настоящая сенсация выборов. Он появился из ниоткуда и широким слоям населения не был известен. Этот кандидат, не скрывая, высказывается за нейтралитет Литвы, установление добрых отношений с Россией и Белоруссией, сомневается в необходимости оставаться в ЕС и НАТО и в целом самый радикальный по высказываниям кандидат из всей восьмерки. Казалось даже, что у него принцип сказать все наоборот. Не как элита, не как президент или премьер. Разумеется, в СМИ он сразу получил этикетку кремлевского проекта. Более того, Вейткус победил в двух регионах – Висагинесе и Шальчининкайском районе. Ультрапатриоты сразу же поспешили потыкать пальцами, ругая жителей этих частей Литвы. Мол, нелояльные, минимум с фигой в кармане, но в действительности готовые вонзить нож в спину. И тут у будущих властей, а в этом году пройдут и парламентские выборы, очередная дилемма. Пойти по простой и уже протоптанной дороге, не обращая внимания на эту самую недовольную и оторванную от остальной Литвы аудиторию, или все же попытаться понять причины, разобраться в сути, пойти навстречу и действительно искренне поработать в этих регионах. Не приезжая раз в 5 лет перед выборами, а постоянно. Этот путь сложнее, но он единственно правильный. В противном случае один только Вейткус сможет провести целую партию в парламент, легко преодолевая 5-процентный барьер. А если поверить ультрапатриотам, то у нас сейчас и вовсе зреет революция. 40% избирателей в выборах не участвовало. Предположим, им все равно, что будет с Литвой. А суммарно 30% из проголосовавших – это недовольный электорат, который жаждет резких перемен и устал от элиты. Непростая задача. Игнорировать такую массу людей и делать вид, что их нет – ох, как чревато. Но все же главная сенсация этих выборов – проигрыш Игнаса Вегеле. Все опросы общественного мнения на протяжении последнего года показывали, что именно он – главный конкурент Гитанаса Науседы. Ингриде Шимоните шансов пройти во второй тур практически никто не давал. Так что же случилось? В публичном пространстве сейчас обсуждают две причины. Первая – фальстарт адвоката. На финише гонки Игнас Вегеле явно перегорел. Невооруженным глазом была видна усталость, а все свои козырные карты перед избирателями он бросил задолго до дня голосования, очевидно, не просчитав, что подогревать людской интерес нужно плавно, постоянно добавляя градус и с пиком прямо перед голосованием. Именно это как раз получилось у Ингриды Шимоните, которая очень медленно, но верно растила свои рейтинги вплоть до часа X. Вторая немаловажная причина – окрас в центральных СМИ. Если даже бегло проанализировать публикации, то едва ли не все они, а их сотни и тысячи, в одни ворота с критикой адвоката. В первую очередь в связи с объемной публикацией Лайсвес ТВ и расследовательского центра «Сена» о том, что бизнес семьи адвоката якобы в обход санкций торгует с Китаем, Белоруссией и Россией. При этом в этом материале в обвинениях везде употребляется спасительное слово «возможно». Возможно, нарушают санкции. Возможно, торгуют с Россией. Возможно, он враг Литвы. Возможно, но не факт. Если что, то мы изначально не были уверены. Очень удобная технология потопить кандидата без последствий. И вся эта волна произошла прямо перед голосованием. Остальные СМИ, разумеется, подхватили. Такой поворот, особенно когда за окном совсем рядом война России в Украине, несомненно, мог отпугнуть часть избирателей. При этом стоит все же добавить, что сам Вегеле на пресс-конференции в понедельник
оправдывался, что для него это якобы первые выборы, так что, возможно, все впереди. И тут он лукавит, давайте это тоже зафиксируем. Игнес Вягель уже дважды пытался попасть в Сейм по спискам разных партий, так что о политике он вдруг подумал не во время пандемии, сказав свою знаменитую речь и раскритиковав карантин. О политике Игнес Вягель думает и даже пытается избираться уже десятилетия. Это тоже важный штрих в его портрете. Второй тур президентских выборов состоится через 2 недели, 26 мая. И рассказывать о программах кандидатов в этот раз нет особого смысла. Гитана Сноуседа, Ингрида Шиманите всем хорошо известны. Оба выступают за увеличение расходов на оборонные нужды, оба за процветающую и благополучную Литву. Впрочем, кто из кандидатов говорит, что он против этого? Мы же решили показать разницу только по одному вопросу. По вопросу о сохранении школ с частичным преподаванием на русском языке. Уже долгое время политики обсуждают, что их надо бы прикрыть. Причем некоторые это делают максимально, не побоимся этого слова, подленько. Закрывать все школы для нацменьшинств – это автоматически большая ссора с Польшей, поскольку польскоязычных школ даже больше, чем русскоязычных, а их закрытие – это огромный скандал внутри ЕС. Поэтому придумали новую уловку. А давайте закроем школы, которые работают частично на языках стран, которые сегодня недружественные для Литвы. То есть речь идет о русскоязычных и одной белорусской. Польские при такой формуле остаются. Польша же – это ЕС. И вот что говорят кандидаты о том, нужно ли оставлять русскоязычные школы или их нужно закрыть. Будем цитировать. Гитана Сноуседа. Да, постепенно надо закрывать. Мы стремимся к такой системе образования, которая подразумевает под собой интеграцию. Если будут созданы реальные условия для изучения родного языка в литовских школах, вопрос о школах с русским языком обучения будет решен постепенно и сам собой. Конец цитаты. Ингрида Шиманите. Я уверена, что в долгосрочной перспективе будет сложно обеспечить качество образования в таких школах, потому что средний возраст учителей в таких школах намного выше среднего по стране, и нам нужно к этому готовиться. Однако я не считаю, что необходимо принимать политическое решение о резком прекращении образования на языке какого-то конкретно одного национального меньшинства. Несколько лет назад это правительство инициировало изменения, цель которых – обеспечить качественное образование в школах национальных меньшинств, чтобы дети в этих школах изучали государственный язык. Это создаст таким образом возможность интегрироваться в общество. Были введены обновленные учебные программы, в том числе программа по основам гражданственности. Конец цитаты. И, возможно, вам показалось, что высказывание Ингриды Шиманите несколько более расширенное, благоприятное для таких школ. Мол, пусть все идет своим чередом, само умрет, но подталкивать не надо. Однако именно правящее большинство сегодня подготовило новый закон о нацменьшинствах, где, по сути, как раз прописана формула про дружественные и недружественные страны. Что касается референдума о двойном гражданстве, который провалился, то, как и со школами, это история про сегрегацию и разделение людей на сорта. Главной претензией к этому референдуму была часть про те самые дружественные для Литвы страны. Предлагалось сохранять литовское гражданство для лиц, которые получили, например, шведский или испанский паспорт. Но если это страна, не входящая в ЕС или НАТО, то значит, ты не такой качественный литовец, и гражданство ты не достоин. Насколько это оправдано в той военной обстановке, которая сегодня в нашем регионе, пусть спорят политики и политологи. Но то, что это разделение на сорта – голый медицинский факт. Это, вероятно, и подставило подножку. За двойное гражданство при предложенной модели о дружественных странах проголосовало абсолютное большинство пришедших на участки. Но должны были 50% плюс один голос от всего населения. Немного не хватило. Но не только выборами жила наша страна на прошедшей неделе. Совсем коротко и о других событиях буквально одной строчкой. Минимальная заработная плата в 2025 году может достичь 1030-1040 евро. Так считает экономист банка СЭП Тадас Павилаускас. В свою очередь, министр труда и соцзащиты Моника Новицкене еще на прошлой неделе заявила, что в следующем году минимальная заработная плата должна превысить 1000 евро. В настоящий момент она составляет 924 евро до платы налогов.
Министр обороны Лауринас Кащунас заявил, что активность жителей Литвы при регистрации в комендатуры превзошла ожидания. По данным Министерства обороны, с открытием регистрации в военные комендатуры в мирное время зарегистрировалось более 1800 человек. Больше всего человек выразили желание присоединиться к комендатурам в Вильнюсском регионе. Регистрация в комендатуры продлится до 31 августа. В 2023 году было заключено на 11% меньше браков по сравнению с 2022 годом. За последние 9 лет количество браков на 1000 жителей сократилось на 35%. Более 26% пар, состоящих в серьезных отношениях, живут в неоформленных отношениях. Дети рождаются у родителей, не состоящих в браке. Возраст вступления в первый брак становится все более поздним. Мужчины 30 лет, женщины 28. Такова статистика, которую представила на прошлой неделе Академия «Крепкая семья». Сотрудники самого посещаемого портала по трудоустройству в Литве cvbankas.lt представили последний обзор рынка труда за первый квартал этого года. Несмотря на небольшое увеличение уровня безработицы, он назван стабильным и с позитивными настроениями. При этом аналитики финансовых учреждений сходятся во мнении, что уровень безработицы останется стабильным и в будущем даже будет иметь тенденцию к снижению. Безработица сейчас составляет порядка 8%. Замковая гора, на которой стоит башня Гедиминаса, продолжает разваливаться. На восстановление выделяют 13,5 миллионов евро. С 2025 года каждый житель ЕС будет обязан сортировать текстильные отходы. Как подчеркивает Министерство окружающей среды, систему контейнерного сбора текстиля в нашей стране начали внедрять несколько лет назад. Согласно статистике, с 2020 года количество отдельно собранных текстильных отходов и их повторное использование удвоилось. Менее чем за месяц после начала экспериментального введения обязательного использования шлемов безопасности для прокатных электросамокатов Bolt, 500 из 600 шлемов в Вильнюсе исчезли, объявила компания. Они либо потеряны, либо их попросту украли. С 1 сентября лица возрастной группы 50-55 лет смогут бесплатно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Об этом сообщили представители Национального центра общественного здоровья. По их словам, именно в этой возрастной группе больше всего зарегистрированных больных. Они также напомнили, что самое эффективное средство защиты против клещевого энцефалита – это прививка. Согласно статистике, ежегодно клещевым энцефалитом в Литве заболевают в среднем до 500 человек. Литва заняла 14 место на Евровидении, выиграла Швейцария. Исполнитель от Литвы Сильвестр Белт набрал 90 баллов. В ночь на 11 мая над Литвой сверкало северное сияние. До такой мощности, что это событие некоторые любители астрономии и природных явлений вовсе называют событием жизни. Почти все, кто наблюдал за небом, видели неописуемую картину. Переливы разноцветных волн, лучи света, похожих на колонны, настоящий танец, который занял большую часть небосклона. Некоторые фотографы-ветераны за рубежом говорят, что и 20, и 35 лет назад ничего подобного не было. Причина – сильнейшая магнитная буря. Солнце сейчас на пике, который происходит раз в 11 лет, когда меняются полюса. Это регулярное явление и может нас удивлять еще ближайший год-два, а потом прекратится на десятилетие. Солнце сейчас буквально извергает в космос огромные потоки энергии. Через некоторое время оно начнет успокаиваться, достигнет минимума активности и цикл вновь запустится. И немного теории, особенно для тех, кого такое явление беспокоит. Все в порядке, не переживайте. Северное сияние возникает из взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли и атмосферой. Солнечный ветер – это поток заряженных частиц, идущих от Солнца, который включает в себя электроны, протоны и нейтральные атомы. Земля имеет магнитное поле, которое защищает планету от большей части солнечного ветра. Однако частицы солнечного ветра могут проникать через магнитосферу, через ее слабые места, такие как магнитные поля, направленные к полюсам. Когда заряженные частицы солнечного ветра входят в атмосферу Земли, они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере. Это взаимодействие вызывает ионизацию и возбуждение атомов и молекул, что и приводит к такой пляске света. Что касается здоровья, то к нему во время такой бури лучше прислушиваться и не удивляться, если вдруг начнет барахлить техника.